Вот получила новую спортивную одежду, цвет неон. Мне очень нравится. До этого я покупала и с удовольствием ношу спортивную одежду. То, что у нас были некоторые там цвета с худи, качество изумительное. Стирала 1000 раз, ношу не снимая. И в пир, и в мир, как говорится. Получила сейчас новую. Это худи с коротким рукавом, с капюшоном. Смогла взять только один цвет. Очень хочу еще салатовый, но пока не могу купить. И еще юбочка с карманами. Но вот в том, к сожалению, костюме нет карманов, и как-то чего-то не хватало. А здесь с карманами. Как вы думаете, мне оставить этот или заказать все-таки салатовый неоновый цвет? Как вы считаете? Нравится? Заказывайте быстрее, то все закончится. А это худи и спортивные штанишки. Штаны тоже, кстати, с карманами. Очень удобные, комфортные, замечательные. Здесь резинка, видно. И рост, конечно, при моем росте 1,57 м, длина чуть-чуть видно, да? Здесь резинка, поэтому можно самостоятельно все ушить. Так что супер, еще есть футболки, еще есть велосипедки. Открывайте сайт, смотрите и заказывайте. Вот не могу выбрать, какой мне лучше. Этот салатовый цвет неона, такой красивый, либо все-таки бирюза. Ну, это тоже хорош, да? Худи с коротким рукавом, с капюшоном. Капюшон такой очень удобный. Внутри хлопочек, двойной капюшон получается. Такая толстая резинка хорошая. Здесь тоже резинка с карманами. На мне 44 размер, ношу 44 размер. Цвет, не знаю, мне идет, либо не идет. Говорят, что это такой более молодежный цвет, хотя мне кажется, он сейчас на пике моды. Если напишите, стоит оставлять или нет, буду благодарна. И вот еще одна обновочка. Это велосипедки из нового каталога номер 8. Как на обложке цвет. Кстати, цветовая гамма есть разная. Красная, бежевая. Не помню еще какая. Можно открыть каталог, посмотреть, что есть в каталоге. Почти все уже есть в наличии, но очень быстро разбирает, поэтому спешите. Велосипедки очень комфортные, очень прям приятные к телу. Вот такая получается длина. Они хорошо прилегают, облегают, но если есть свет, то они немножко просвечивают, поэтому будьте готовы. Здесь нужно тогда нижнее белье, чтобы было, первое, без резинок должно быть. Бесшовная. И второе, лучше бесцветного цвета, беж, да, чтобы ничего не просвечивалось, либо такого же цвета подбирать, как эти велосипедки. Черные, кстати, не просвечивают, а эти немного просвечивают. Так что ходить дома, ходить на тренировку идеально. Вот все удобно, заниматься можно. Открывайте каталог, покупайте. Я приобрела новинки 8-го каталога и спешу с вами поделиться своими впечатлениями. Это контейнер и новый крем, о котором расскажу чуть позже. Итак, о контейнере. Так как я работала в прошлой жизни в одной из компаний, которые с пластиковой посудой, я немножко разбираюсь в пластике, поэтому позволю себе вам представить данный контейнер. Перед вами самый маленький контейнер на 300 мл. Вот он такой красивенький. Он имеет ручки, крышка с клапаном. Вот сейчас клапан закрыт, и она все равно, в принципе, легко снимается, поэтому не является герметичной. Только за счет того, что на крышке есть силикон, он очень плотно закрывается. Некоторые продукты любят дышать, и нужно им проветриваться благодаря клапану. Некоторые продукты не любят
циркуляцию воздуха, поэтому их нужно закрывать. Итак, у нас есть крышка, у нас есть контейнер. У контейнера вот такие две удобные ручки. Есть внизу такие замечательные ножки, на которых, смотрите, когда стоит контейнер, да, как раз вокруг него тоже есть циркуляция. И когда вы ставите контейнер на контейнер, то тоже очень удобно. Есть решетка. И посмотрите, я похоронила сирень. У меня просто не было зелени, чтобы показать, продемонстрировать, что зелень, она, знаете, как бы прорастает даже еще, она оживает, даже если вы купили, и она у вас немножко завяла. Но вот у меня сирень вчера выглядела намного хуже, чем выглядит сегодня. Я ее хранила вот в этом контейнере. Сирень, вы знаете, да, что она очень быстро вянет. В этом контейнере она хранится прекрасно. Этот контейнер можно использовать для хранения продуктов в холодильнике. В вашем холодильнике будет идеально не только внешне, все продукты будут выглядеть вот так, как на фотографии, которые есть в каталоге. Но у нас есть несколько размеров контейнеров, но и запах в вашем холодильнике будет идеален, потому что хранение в контейнерах ваших продуктов позволит не перемешивать запахи, и тогда ваше масло не будет пахнуть селедкой или луком. Вы и лук будете хранить в контейнере, и салат можете хранить в таком контейнере. Удобно транспортировать? Удобно, и можно в этом контейнере замораживать. И сейчас уже пошел сезон ягод, поэтому вы можете замораживать ягоды не в пакетах, где намерзает очень много льда, а замораживать именно вот в этих контейнерах. И вы можете также погреть с открытым клапаном продукты в микроволновой печи. Конечно, здесь заявлено, что этот контейнер антибактериальный, но вот по сути антибактериального, наверное, только в качестве пластика. Он не пахнет, абсолютно нейтрален. По-видимому, из-за качества пластика он подразумевается антибактериальным. Его не рекомендуют протирать, мыть спиртом. Из-за этого исчезнут антибактериальные свойства. Не знаю, может быть, спирт как-то реагирует с пластиком. По поводу того, что здесь можно откачивать воздух, вот, ну, честное слово, ничего не нашла. Нажимала на кнопку, закрывала, смотрела, ничего не происходит. Этого эффекта я, к сожалению, не поняла. А все остальное, все мне очень нравится. Так что, если желаете, вы можете приобретать. Новиночки уже все есть. Ну и вторая новинка — сыворотка кислородная мезотерапия. Ну, про эту новую серию все знают, такие красивые упаковки. Не стыдно подарить, сделать подарок. Мезотерапию все любят делать, но это бесшприцовая, безукольная. Я ее вскрыла, попробовала. Ну, очень эффектно. Я сделала утром на чистую кожу, потом не наносила крем. Смотрите, если мы говорим, да, как это действует. Вначале нужно повернуть кружочек, а потом просто мы нажимаем. Вот такая консистенция получается. Очень хорошо впитывается. Эффект, я про эффект вам потом сниму какое-нибудь видео, когда у меня уже закончится все, и буду рассказывать о самых моих любимых продуктах Faberlic. Поэтому есть новиночки, открывайте каталог и заказывайте, спешите. У нас, как обычно, все заканчивается быстро, потому что количество ограничено. Приятных покупок с Faberlic!